Нарежечки. А, накинь тоже. Поверх пиджак? Ну, не пиджак, куп, типа рубашку. Ты как будто, ну, на разборке какие-то. Не, он просто вон кабан. Вот это, не, вот это вот реально питерский стиль. Даже не питерский, а по-другому просто, да, как-то. Да, да, вот эти большие карманы, это прям с Питера похоже. Ну, это просто вот овершорты, в принципе. Это, ну, короче, рубашки, понял? Типа, которые поверх футбол, как куртки, наверное. Да. Это возможно. Я не скажу, конечно. Не, Глеб, это уже не питерский стиль, а по-другому как-то, а мне как? Кажется. Ну, как-то... Как? Что, круто? Норм? Да какой норм? Нет, без куртки лучше не сейчас, честно. Она как-то сюда, не знаю. Да, Джорданы портят весь вид, 100%. Ну, нормальные кроссовки, как тапочки. Они отличные, просто не сюда. А, типа не подходят по стилистике, так сказать. Вот давай вон те хотя бы снаряды понравились.